Мы сегодня благодарны отцам и дедам победителей. Но еще высшей благодарностью будет, если мы победим в ближайшее время нацистов, бандеровцев, которые сегодня развязали войну на братской Украине. А для этого надо взять уникальный опыт победной Красной Армии, Сталинградской битвы и Орловско-Курской. Так что под красным знаменем вперед к новым победам.